Офис сервисной управляющей компании «Наш дом» открылся сегодня в торжественной обстановке на базе МУП «Водоканалсервис». Для кого будет работать организация и каковы ее стандарты качества, выясняла Инна Шенина. «Наш дом» – так называется новая сервисная управляющая компания, офис которой открылся сегодня на улице Подольская. Она создана на базе муниципального предприятия «Водоканалсервис». Начала работу в прошлом году как пилотный проект по поручению губернатора Московской области. Организация обладает собственными материально-техническими ресурсами, уборочной, аварийно-восстановительной техникой, штатными бригадами специалистов, которые в деталях знают особенности жилого фонда. Сегодня мы в присутствии заместителя руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области открыли офис сервисной управляющей компании. В прошлом году управляющая компания получила лицензию на управление многоквартирными домами. Сейчас осуществляет эксплуатацию порядка 40 многоквартирных домов. Значит, этот офис соответствует всем новым стандартам управления многоквартирными домами. Собственно говоря, и как вся компания полностью оборудован в соответствии с последним словом техники. Мы видим, что он комфортный. В офисе компании можно оплатить квитанцию за ЖКХ, получить консультацию по интересующему вопросу. Здесь оборудована специальная детская зона. «Наш дом» – это единый бренд по всей Московской области. На сегодняшний день компания пока обслуживает дома, которые находятся в микрорайоне Занария. С жителями специалисты общаются не только очно, но и в мессенджерах и соцсетях. Отлажена работа аварийной диспетчерской службы. Проводим активную работу по привлечению новых домов. То есть всех заинтересованных жителей, собственников жилых помещений мы приглашаем к сотрудничеству. Обращайтесь к нам, мы будем с вами прорабатывать вопросы. Переходим в нашу управляющую компанию, если вы изъявите желание. Здесь у нас 6 окон для приема, то есть разносторонние специалисты, которые будут качественно помогать, отвечать, принимать в работу все заявки. Сервисная управляющая компания «Наш дом» продолжает и набор сотрудников. Нужны дворники, слесари, сантехники, уборщицы, подсобные рабочие. Обращаться можно в отдел кадров организации по телефону 35 31 78.